Снова здравствуйте, это вновь The Dankest Meme Estate, The Dankest Memes Estate, простите. Наверняка, когда я снова зайду в игру, конкретно в подземелье, она наверняка снова будет тормозить, но я просто склею. Да, в прошлый раз было невероятно тупо с моей стороны делать то, что я сделал в прошлом эпизоде, но мы живем дальше. Окей, мы живем дальше, она не живет дальше, ну, так, ерунда. Нет, наверное, не буду никого с собой брать. Можете быть уверен, я ничего не помню из советов, так что не злитесь. Я смотрю, я действительно читаю и так далее, но у меня просто из головы вылетает. Надеюсь, все будет не так плохо на этом забеге. Вообще нам... Окей, не трогаем. У нас нет персонажа третьего уровня, поэтому не трогаем. Что нам нужно? Подождите, сначала надо проверить, что нам нужно, действительно. Нам нужно для гильдии, для вот этих... Нет, давайте сначала разберемся с броней, потому что мне нужно прокачать броню. Потому что это у нас есть, а брони у нас нет. Нам нужны дитс. Окей, дитс. Дитс и крестс. Что это значит у нас? Нам вообще все нужно. Так-то. Начнем, наверное, с дитс. Что здесь у нас? Не супер. Крестс. Тоже. А хотя это вполне неплохо, да, особенно для лепера. Наверное, так лучше пойдет. Опять же, нам нужно и то, и другое. Так что, знаете, давайте опять в коув. Я полагаю. Что у нас здесь? Apprentice Level 1. Здесь тоже 90% комнат и 100% room battles. А здесь мне больше предмет нравится. Хотя это... Мы еще не ходили сюда. Нет, подождите, мы ходили вроде бы. Здесь антивеномы нужны, да. Ну, давайте сюда пойдем. Это я не нужен, так прям огромная разница. Плюс 20% стресс дамага. Фак. Почему? Зачем? К чему это все? Она предпочитает здесь стоять, это, в общем-то, пофиг. Да, он все эти навыки может использовать, собственно, с первой позиции. Что у нас в тринкетах? У нас, кстати, много чего есть, оказывается. Я и не знал. Минус 15% стресс дамага. Это хорошо. Особенно учитывая то, что давайте ей поставим, потому что у нее как раз... Во-первых, это Hellion Only, поэтому немножко убирает вот это, верно? Плюс 20% против людей, это особо нам не пригодится. Плюс 15% Max HP. Опять же, Hellion Only. Окей, ставим. Плюс 20% Blight Resist. Это тоже очень хорошо, давайте поставим... Что, еще один? Если мы это поставим на него, наверняка у него точно болезнь какая-нибудь будет, поэтому нет. Давайте поставим ему, я полагаю. Мы им все прокачивали, верно? Да, по идее, да. Меня устраивает такая, в общем-то, ситуация. Так, уберись. Я не знаю, если это сработает. Просто у нас все дамагеры, это вообще логично. Хорошо бы было взять, наверное, арбалетчицу вместо, может быть... Да, знаете что? Давайте попробуем действительно арбалетчицу взять с нами. Потому что мы еще ни разу их не брали. Что она может вообще из этой позиции? Все. Она может все. Даже самые грязные желания. Я не знаю, что это. Surprising Fire, Sniper Shot. Посмотрим по пути. Не знаю, хорошая это идея или нет, но... Я уже сделал решение, так что... Антивенами. Берем антивенами. У нас же мало денег. Знаете, нужно быть поосторожней. 4 еды. Короткая миссия, 4 еды. Если стресс, окей. Мы справимся со стрессом. Фак, это... Этого хватит. Я не знаю, действительно ли этого хватит, но... Нам надо рисковать. Мы ничего не можем сделать, у нас нет денег. Потому что я их все просрал на той миссии. О, боже. Какой ужас. Надеюсь, мы выберемся из этой... Из этого болота. Я и каю. Окей. Коррупция засохла землю, стопая все хорошую жизнь из этих гробов. К счастью, карта у нас легкая. Нам просто надо вот так пройти и все. Надеюсь, это не будет проблемой. Я факел взял. Окей. Я почему-то испугался. The tree has a huge hole in the trunk. Perhaps there's something inside. Окей, фух. О, довольно неплохо. Так, наша первая лопата, именно поэтому нужно брать лопаты. И у нас, если что, есть еще запасная, к счастью. Окей, я вовремя использовал факел. Всерьёзно? Окей. Это не худшая ситуация, которая могла быть. А, это... Стойте.
Ты... Спасибо. Окей. А что мы можем сделать? Блидаут. Они вообще блидят? Что интересно... Что интересно, да, но шанс маленький. Я могу их застанить. Это... Опять же, стан довольно маленький. Давайте попробуем, наверное, просто побить их. 7-14. Есть очень большой шанс, что мы убьем. Yes. Окей. Потому что мы прокачивали оружие, это очень хорошо. Опять же, чоп. Что мы можем сделать? Можем сделать хью. Потому что это, опять же, высокий шанс убить и избавиться от трупа. Но здесь гарантированный шанс, если мы попадем. Да, окей. Мне кажется, так будет лучше. Трупы, конечно, мешают, но нас сейчас издалека побьют. И мы можем просто взять и застанить ее. Шанс... 67%. Окей, плюс крит. И стан, прекрасно. Оу, у нее, кстати, достаточно много стресса. Мне говорили, что есть причины какие-то. Есть какие-то причины, то, что приходит, типа, и у нее откуда-то уже стресс. Я не помню, почему. Но почему-то. Типа, для нее слишком стрессовая... Или, подождите, у нее, возможно, изначально было, и я ее взял с собой. Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Снайпершап. 88% от 4 до 9. Кстати, мы ей... А, я забыл ей прокачать на... А, подождите, на нулевого уровня мы бы ей не прокачали, да. Окей. Снайперс Марк. Ну, это марка... Так понимаю, да, марк таргет. Найс, найс. Отличные криты. Меня устраивает. И снижаем стресс. Две еды, это полезно. Есть вообще полезно. Знаете, энергия. Вкусненько. Позволяет вам вообще существовать в этом мире. Ничего так. Переоцененная. Ах, фак, переоцененная, но в общем-то пойдет. 15! Ох. Thanks. 15 это многовато, вот что. A spiderweb with a strange glow to it. There might be something behind it. Shit! Знаешь что? Ну и черт с тобой. Игнорировать. Окей. Okay. Что мы здесь? Да. Окей. Okay. Не сюрпризы. Мы точно так стояли? Да, по идее мы так стояли. Говоря о критах. Блин, ну у нас есть, к счастью, бинты. О, стресс. Именно, блин, затаргетило того персонажа, у которого дохрена стресса. За что? На этом без проблем. Сколько угодно. Ну, не сколько угодно, конечно. Почему все они первые ходят? Привет. Окей, значит, что мы можем здесь сделать? 9.17 плюс блид. 7.14. Простите, делать больше? Окей, класс. О-хо, бой. Окей, это было неплохо. Мне понравилось. Меня устраивает. Нам надо стресс снижать. У нас есть кто-то, кто хитит стресс? Мне интересно. Скорее всего, нет. Judgment? Для хила, но это нам не особо надо. Dazzling Light для стана, потому что я больше не хочу грёбаного стресса от нее. Окей, надеюсь, застанет. Да, окей. По крайней мере, больше не будет стресса от нее. Это что-то. 5-9. Нет. Идем. 15, это шанс довольно маленький. Но почему нет? Это что-то. Что делает... Так, Suppressing Fire. Атакует этих последних. Вообще мы в любом случае не можем его атаковать, так что. 1-2. Серьезно? Я лучше гарантированно убью. Это все равно не ходит, и я гарантированно убью вот эту. Да, окей. Меня устраивает такой. Такая ситуация. Dazzling Light! Почему нет? Застанете прекрасно. Yes. Nice. Блин, стресс это. Она точно отправляется потом на отдых, без сомнений. Это нам бесполезно делать. Ну, у нас нет выбора. Да, мне вот эта ситуация совсем не нравится. Bleed out. О, я надеюсь, на что-то получится. Кстати, резист блида. Окей. Но в любом случае эта битва окончена. Я забыл использовать, кстати, вот это. Моя вина. Окей. В следующий раз бросим хил на него. Антивеном. Плохо. Heirloom chest. Heirloom? Heirloom? По идее, Heirloom. Heirloom, скорее. Black Doctor Honor. Плюс 10... Зачем? Плюс 30 Blitz Skill Chance. Вау! Это неплохо. Если делают билд для доктора, типа чисто блид, вот эти вот ближние атаки, очень даже ничего. Прям даже никаких плохих вещей на этом тринкете нет, что классно.
О, это хорошо. Это хорошо. Beast Carcass. Carcass. Вещи, еда, еда. А еда помогает, позволяет нам сделать вот, вот так. К счастью. Да, это все. Это устраивает. Пожалуйста, никаких сюрпризов. Окей, спасибо хоть за это. Плохо, что их не испугали, но ладно. Сколько? 4-9. Знаете, двух атак хватит. Мне кажется, нет смысла снайпер смотреть. Что делает Бола? Нокбэк. А, атакует сразу двоих. И может отбросить. Я не вижу это в этом смысла, если честно. Давайте просто снайпершот. Тем более, что это так сработало. О, классно, всем стресс сняло. 4. Могло быть хуже. Нет, о, фак. Еще и дебаф. Dazzling Light. Или Judgment. Вообще логичен Dazzling Light, чтобы не волновал нас уже хотя бы. Знаете что? Divine Grace. Ни то, ни другое. Мне кажется, это вполне адекватное решение. Bleed Out. 9-17. Есть шанс убить. Можно застанить их обоих, вот что. Но это дебаф. 7-14. Давайте Bleed Out. Он умрет на следующем ходу. Да, окей. Это хорошо. Меня устраивает это решение. Почти. Но если мы ходим первыми, то все прекрасно. Я не думаю, что мы ходим первыми. Да, мы ходим первыми. Окей. Найс. Пока все идет гладко. Не хочу, так сказать, сглазить и все такое. Лучше пустой, чем какое-нибудь говно странное. Пусто. Значит, у нас еще есть комната. Как минимум вот это. И... Фак, у нас еще две комнаты. Надеюсь... Ну, здесь наверняка пустая, но... Просто у нас еще здесь битва, вот что. Почему я их не пугаю? Я не понимаю. Фак! Это плохо. Знаешь, Dazzling Light. Пожалуйста, застань. Спасибо. Я не могу выдержать больше стресса. И нам надо как-то... Спасибо. И нам надо как-то передвигаться теперь. Фак. Блин. Окей, спасибо. Breakthrough. Оно, по идее, двигает вперед, да? Да, окей. Мне кажется, это вполне адекватно. Это дебаф, но мы, к счастью, можем сделать вот так. И мы теперь снова в изначальной позиции. Что очень-очень хорошо. Фак. Блин. Нет, окей, прекрасно, резист. Вообще адекватно похилить. А, у нее все равно резист, так что... Да. Мы похилим, собственно. Bleed Out. Что мы можем... Я могу сделать еще один Breakthrough. Это не имеет особо смысла, на самом деле. 8. Да, окей. Минус враг, это прекрасно. Блин, мне нравится она. Она молодец. Это не такой молодец, не такая молодец, но... Она старается. Аплодисменты ей за старание. А, черт. У меня больше нет винтов. Ну, я просто сделаю вот так, и все будет отлично. Осталось добить только ее. И она сейчас первая идет, верно? Конечно. Но если ты потянешь меня, это, в общем, не проблема. Как бы в любом случае мы тебя добьем на этом раунде. Я не могу больше ничего сделать. Нет, окей. Найс. Еще один дебаф. Да. И 60%. Вау, это достаточно серьезный дебаф, на самом деле. Ха. Окей. Нет, не совсем так. Ты идешь назад, и теперь мы в нормальной позиции. 4. Почему нет? Чуть-чуть подлечиться. Не помешает. Пойдет. У нас все, осталось достаточно еды, в общем-то, на один голод, если что. An unsettling effigy, erected in service to a mysterious god. Может, holy water? Yeah, окей, я не знал. Balanced. Плюс 15% move resist. Я имею в виду, это было почти бесплатно, окей? The pack has a map inside. Ну, мы узнаем, что в последнем комнате. Есть у нас вообще там битва? Нет, окей, значит, вот это и следующая наша последняя комната, к счастью. Окей.
пожалуйста, не будь ничем серьезным. Это серьезно для стресса, но в общем и целом, наверное, не так уж и плохо. Пожалуйста, сработай. Ну, блин, у тебя же шанс был. Точнее, у тебя же трейд, который... О, спасибо. У тебя же трейд, который 15% готовит. Обидно. 5-10. Вообще есть шанс, что мы убьем обоих. Но лучше взять шанс конкретно сразу прибить одного. Да. Мне кажется, так более выгодно сделать. И... Тоже огромный шанс. Прекрасно. От них мы уже избавились. Это все. Вес с моих плеч. Плечей. Плеч. Плеч. Верно? Да. Застаньте хотя бы одного. Знаете, лучше хил. Крит. И тем более это... Окей, это не снижает наш стресс по какой-то причине. Почему они... Ох, спасибо. Что-то они сегодня очень умные слишком. Suppressing fire. Нет, достаточно бесполезно в данном случае. Без разницы. В общем-то, кого мы атакуем? Да что? Зачем тебе вообще этот трейд, если он не работает? Я понимаю, что это шанс, но... В то же время. Please. Нет, знаешь, что ты двигаешься, потому что меня совсем не устраивает эта ситуация. Нет, ты тоже двигайся. Так будет лучше, просто лучше. Вау, я даже не могу... Окей, значит, ты уничтожаешь трупы. И крит уничтожит. Окей, значит, крит по трупам не работает, не снижает стресс, к сожалению. А я надеялся. Снайперс Марк, опять же, не имеет особо смысла. Потому что мы фактически за два выстрела и так прибьем. Окей, спасибо. Плиз. Ох. Это лишнее. Вообще, брейкфру можно сделать. 4-7. Нет, знаете, давайте гарантию опять же. Возьмем гарантию. Так и, в общем-то, опять же. 67. Повезло. 67 это достаточно маленький шанс. Окей. По крайней мере, мы живы. Я бы не сказал, что прям у нас в очень плохой ситуации, просто стресс на висталке действительно напрягает. Вот что. Факелов у нас точно хватит, лопата одна лишняя была. В общем-то, неплохо все прошло. Ну, как бы, еще не прошло, к сожалению. Окей, посмотрим, как мы справимся с последней битвой. Это прекрасно, но я боюсь, что... что мы здесь заболеем, вот что. Бола. 2-5. Нет. Suppressing Fire, может быть. 1-1. У них у этого защита огромная. 3-6. 3-8. Фак, я, честно говоря, даже не знаю, что нам сделать. Может, Болу? Она отталкивает. Давайте попробуем. Или давайте лучше Снайперс Марк. Да, давайте Марк не бил, чтобы потом больше урона ему делать. Потому что он достался своей защитой. Judgment, может быть? 3-7. Это, конечно, хорошо. Что если застанете его? 25. Давайте, наверное, его застанем, чтобы он потом не смог атаковать в следующем ходу. Да, почему нет? О, крит, прекрасно, это стресс снизит. Здесь вот я как раз подумываю сделать хил. Или гарантированное убийство. Почти гарантированное. 65%. Yes! Yes, yes, yes! Молодец, Баллард! More like baller, потому что у тебя есть огромные болтс. Окей. 5-9. По крайней мере, наверняка... вау! Окей. Неплохо. Марк проектен. Блайт. У нас 3 антивенома. Не проблема. А, нет, это не блайт. Но дебаф, к сожалению. Escape Cloud. Я не знаю, что это Escape Cloud. Блайт. У нас есть антивенома. Так, ну и, собственно, это даже не имеет смысла. А, он пододвинулся, и мы, тем более, ничего не можем сделать. Так что сделаем так. Эх, до 3 до 8 сделал 3. Удачи. Да, делаем хил. Или нет! Как хочешь, в общем-то, и я тебя не заставляю. Окей, за это спасибо. Ну, это было чертовски неприятно. Потихоньку хотя бы снижаем стресс более-менее. Это двигает ее вперед. Так лучше будет. В теории, по крайней мере. Он сейчас отойдет назад, до него хрен теперь доберешься. Кстати, я забыл ей использовать антивенум, потому что я опять идиот. О, ну, все равно блайкнули опять. Так что...
Окей, nice. Very nice. Ох, тебе нам. Я, в общем-то, могу теперь спокойно проектору пользоваться. Это, в общем-то, не страшно. Это последняя комната все равно. По идее, нам нужна была, кстати, святая вода для вот этого, но... Можем достать? Можем. Прекрасно! Знаете, это очень даже неплохо. Если бы у нее изначально не было много стресса, было бы очень... Итак, в общем-то, все неплохо. Короче... Слайдлер джар. Лопата? Нет. Может быть, herbs? Нет. О, окей. Всегда страшно. Окей, знаете, вполне неплохо. Вполне неплохо. Не то, что в прошлом эпизоде. Что поделаешь? Не всегда все успешно. Ну, там я был сам виноват, окей. Незнание игры. Посмотрим, что мы получили. Щет. Severe fear of enclosed spaces. Slugger. Плюс 10% дами... Спасибо, я полагаю. Правда, она не атакует. Она не пользуется за это mesh base. Bash mace. Mesh base. Так, окей, посмотрим. Значит, Кирилл вернулся. Прекрасно. Да, его нужно тут же запихивать на отдых. Лера вернулась. Прекрасно. Значит, мы ее потом берем на миссию. Убрали Fledgeland у диджея Каледа. Убрали у нас... Enlightened? Даже New Queer... О, это плохо. Могло быть хуже, я полагаю. Вот это нас точно идет на отдых. Я так... У нас не так уж много денег. Так-то... Что у нас? Какие у нас следующие миссии доступны? Скорее всего, руины. Первый уровень. Мы наверняка пойдем с помощью... С помощью нашей основной команды. Не, подождите, точно не с помощью диджея Калли. Диджей Калли точно идет на... Точно идет на отдых. Гостев. Он, в общем-то, может справиться. Кирилл. Мы точно берем Леру, но... Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Так, короче, я не буду сейчас об этом думать. Давайте посмотрим, что мы можем улучшить. Точно ничего здесь... Точно ничего у Кирилла. Вообще, во всяком случае, из значимого. Здесь мы все улучшили. Judgment. Вообще, потихил. У нее надо нафиг убрать Illumination. У нее нет Dazzling Light, серьезно? Окей, Dazzling Light. И убираем у нее Illumination, и окей. Мне нравится стан. Там так говорили, о, это не так уж важно. Мне кажется, это важно. Стан это всегда важно. Может быть, я аутист, я не знаю. Ну точно уж не Illumination, окей? Что у нас может Даня? Нет, у него все прокачано, что, по всяком случае, то, что мне нужно. Что у кузнеца? К сожалению, мы ничего не можем сделать, нам нужно кресты. Нужны кресты. Кресты. Так, прекрасно. Прекрасно. Нам еще броню для них надо. Здесь все есть, у Дани есть. Это тоже есть. Окей, я не знаю, что конкретно мы будем делать на следующем месте, но черт побери, у нас нет денег. этот джестер и этот оккультист. А оккультисты довольно неплохие, насколько я понимаю, могут быть. Кого убрать? Честно, я не знаю. У нас все довольно важные. Но я не против оккультиста нового. У меня очень много дамагеров, поэтому я, наверное, уберу вот этого нового персонажа, который Man at Arms. Мне неприятно это делать, но я бы не против оккультиста взять с собой. Потому что у нас уже и леперы есть, у нас уже Даня есть, у нас есть я и вся моя семья, так что давайте уберем чувака. Опс. Посмотрим, что у него. Облутомания. Obsessed with cleanliness. Плюс 10%. Это неплохо. Что у него? Hands from the Abyss, Demon's Pool. Construction. Вообще ему, наверное, логичный Abyssal Artillery. Потому что бьет по нескольким врагам сзади, по двум врагам. Да, мне кажется, это у него лучше, вот что. Sacrificial Step, конечно, ничего, но... Окей, посмотрим, что мы сделаем в следующем эпизоде. Честно говоря, я не знаю, что. Так что... Хотя, подождите, давайте сначала начнем с того, что... DJ Khaled у нас точно
отправляется на отдых. Это 100%. Его мы с собой не берем. А насчет меня и Кирилла мы еще поглядим. Да, так что, если вам понравился эпизод, то... Кстати, игра не тормозила. Если вам понравился эпизод, то поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь, потому что это помогает продвижению канала. Что, в общем-то, отлично для всех. И, да, до встречи.